Здравствуйте, дорогие друзья! С вами снова YouTube-канал Турция. Это наш шеф-повар Хасё. Сегодня я показываю ужин в отеле Селен Клаб 3 звезды и Чмелер Мармари. Итак, мы видим, у нас здесь макароны, рис, это мясо. Здесь мы видим мясо кусочками. Тут мясо готовят довольно вкусно. А это курица с картошкой. Тоже довольно сытное блюдо. Так, здесь мы видим какой-то соус на основе типа молока или творога. Что-то такое. Тут у нас посуда для супа, приправы для супа. И вот в этой кастрюльке у нас суп. Обычно это суп-пюре, многим нравится. В этот суп можно добавить вот какую-нибудь приправу, какая вам нравится, и получается совершенно разный вкус, довольно вкусный. Здесь у нас фасоль в томате, капуста, брокколи, вот то, что мне нужно есть, а я не ем на отдыхе. Затем цветная капуста с помидорами, опять соус. Мне нравится такой соус. Это кукуруза с горошком и с морковью тоже. Здесь у нас макароны с майонезом. Это, я думаю, шпинат. А вот это что-то на основе салата с творогом. Тоже мне такие нравятся. А здесь у нас листья какие-то салатные. Это помидоры с луком. Салат с фиолетовой капустой, огурцы и помидоры, просто огурцы. А вот это масла, соус, лимонный сок. Я вам хочу порекомендовать вот этот темный. По-моему, это гранатовый соус, я его обожаю. Ну, вообще, попробуйте каждому свое. Это у нас кетчуп. Мне кетчуп понравился, он не очень острый. Это майонез. Это у нас, скорее всего, кинза. Для петрушки слишком крупно. Это помидоры с огурцами. Салат из фиолетовой капусты. И салат различный. А я сразу скажу, что салаты здесь просто вот нарезаны. А добавлять нужно по своему вкусу. Различные соусы или приправы, или специи. Потому что это основа для салата. Вот так. Еще у нас есть пирожные. Пирожные в Турции я обожаю, но они такие сладкие, такие вкусные, и от них так быстро поправляешься, но я не могу удержаться. Здесь два вида пирожных. Вот так выглядит у нас само помещение ресторана, вот оно. А там вот уже, где сидят люди, будут все это есть. А дальше идет бар. В общем-то, для 3 звезд нормальное питание. Без изысков голодными не останется. Не останется никто. Поэтому нам, в общем, нравится. До свидания, удачи всем.